Джао Тинань, я устала. Давай разведемся. Разведемся? Ты обидела Сюйджии. Знаешь, что ее семья с тобой сделает после развода, а? Кто проследит за тобой и разрулит ситуацию? Она первая меня спровоцировала. Все последствия я возьму на себя. И как ты собралась справляться с этим? Ты выдумала беременность, чтобы выйти за Сон Шиюэ? Это мое личное дело. Не беспокойся об этом. Ты правда думаешь, что я не смогу развестись с тобой? Конечно. Ты же величественный гендиректор. Что тебе не по силам? Я была твоей женой 3 года. За 3 года ты хоть раз взглянул на меня? Я даже не была в доме твоей семьи. Теперь в твоем сердце другая. Я уступаю дорогу. Это же здорово поможет вам. Хорошо. Ты права. В моем сердце другая. Да, мое сердце занято. Можем мы уже развестись? Можем. Завтра в 9 утра. Увидимся на разводе. Хорошо. Даже самый богатый человек на Земле не так занят, как ты. Господин Джоу, вы пришли? Долго ждала? Вы же наконец нашли время на развод со мной, так что я готова была ждать. Пойдем. Прочел? Еще нет. Я ни на что не претендую, что ты вычитываешь. Жэнь Синьяо, я могу дать тебе последний шанс, если ты... Господин Джоу, мне не нужен твой последний шанс. Подписывай. Ты счастлива? Самая большая радость в жизни – получить наследство после смерти мужа. Хотя ты еще не умер, но развод – почти то же, что смерть. Тебе так не терпится выйти замуж за Сона? Мои дела тебя больше не касаются. Кстати, Джао Тинань, поздравляю с разводом. В честь нашего успешного, мирного, относительно быстрого развода, разве ты не должен сказать, Шэнь Синьяо, поздравляю с разводом? Береги себя и будь счастлива. Шэнь Синьяо, поздравляю тебя с разводом. Синьяо, поздравляю с успешным разводом. Спасибо. Серия «Первая любовь» поступила в продажу. Смели все подчистую. Продажи уже превысили прошлый рекорд. Если бы ты не отошла от работы на 3 года, было бы круче. Это любовные сбои в мозгу. Но еще не поздно. Давай с этого момента усердно работать. Я буду с тобой. Госпожа Сюй, зачем пришли? Я здесь из-за нее. В чем дело? Мало водички попила в прошлый раз. Шэнь Синьяо, можешь продолжать меня мучить, но Тинань все равно разведется с тобой. Однако, если ты скоро получишь приглашение на нашу с Тинанем свадьбу, я буду рада тебя видеть. Мне плевать и на тебя, и на Джоу Тинаня. Господин Сон, я правда не понимаю,
Зачем такой большой компании, как Шэнгуань, нанимать такую, как Шэньсиньяо? А вам не нужно разбираться в делах компании. Правда? Примите это как претензию. Какая претензия? Ты, как помощница Пенни, не согласовала наши с ней графики работы, из-за чего компания потеряла прибыль. Директор Сон, я виделась с Пенни. И она также надеется, что вы уволите Шэньсиньяо. Ты лично разговаривала с Пенни? Когда ты успела? Это вчера вечером. Она очень довольна моей поддержкой. И мы даже договорились о встрече. Над чем вы смеетесь? Над тобой, клоунесса. Шэньсиньяо, ты... Госпожа Сюй, Пенни была в командировке. Мне интересно, где вы ее встретили? Я в этом... Госпожа Сюй, в конце концов, ты же известная личность. Врать нехорошо. Кто сказал, что я вру? Я вчера правда... Госпожа Сюй, ты как раз вовремя. Пенни решила засудить тебя за нарушение контракта. Нарушение? Твое представительство вызвало ажиотаж в сети. Топовые посты говорят о том, что ты не подходишь для представления серии. В контракте четко прописано, что если твой имидж вредит серии «Первая любовь», то мы имеем право подать на тебя в суд за нарушение и потребовать компенсацию. Шэньсиньяо, кем ты себя возомнила? Пусть Пенни лично поговорит со мной. Ты не в том положении сейчас, чтобы требовать личной встречи с Пенни. Госпожа Сюй, не позорьтесь. Позволите ей так себя вести? Пенни сказала, что Синьяо вправе решать вопросы по украшениям. И по расторжению контракта с вами я скоро объявлю об этом. Ждем выплат компенсаций. Шэньсиньяо, ты еще поплатишься. Ты в порядке? Да. Просто думаю, как Джао Тин Аню могла понравиться такая женщина? Тинань, Шэньсиньяо отравила меня. И ты спустишь ей это? Что ты хочешь? Мой папа недоволен. Но я уговорила его. Для твоего же блага. Я не буду подавать в суд на госпожу Шэнь. Однако... ты должен сделать одолжение. Какое? Дядя Джао приглашает меня сегодня на ужин. Ты можешь прийти со мной? Просишь меня идти на ужин с ним? Знаю, что вы в ссоре. Но вы ведь отец и сын, и прошло так много лет. Если пойдешь... Я пойду. Дядя Джоу, давно не виделись. Да, точно. Наконец-то вернулся.